Уважаемые любители футбола, в течение перерыва были произведены замены. В составе команды наших гостей вместо Мохи номер 11 на поле вышел Владислав Гельзин. 10. В Запорожском Металлурге вместо Игоря Жураковского номер 25 на поле вышел Валериане Грилья номер 80. Thank you.
Thank you.
уважаемые любители футбола, производится замена в составе команды наших гостей. Вместо Кирилла Дорошенко, номер 5, на поле выходит Игорь Семенина, номер 18. Телеканалы футбола «Дин» та «Футбол 2» офіційні транслятори Кубку матчу «Металург Запоріжжя» та «Олімпік Донецьк». Oh!
уважаемые любители футбола, производится замена в составе Запорожского Металлурга. Вместо Владимира Примова, номер 10, на поле выходит Дмитрий Ульянов, номер 33. Телеканал «Футбол» и «Футбол» офіційні транслятори кубкового матчу «Металлург Запоріжжя» та «Олімпік Донецьк». Thank you.
Телеканал «Футбол 1» та «Футбол 2», офіційні транслятори кубкового матчу «Металург Запоріжжя» та «Олімпік Донецьк». Let's go!
нападающего рота Запорожского металлурга забил Максим Мочин. Номер 7. Телеканал «Молодой Таван-02» уходит в трансляцию матча по Донецка.